Brasília, Reto Vasco. На острове. С помощью лука. 10 стрел. Тут же прикатили на катере бандиты и хотели отбить, но мы их перестреляли из автомата Калашникова. Вот такой у нас чудный домик. Кстати, снайперскую винтовку мы не покупали, пока мы не можем это сделать. Мы можем собрать только $1000. Наверное, то есть точно. Со временем эта сумма должна увеличиться. Должны открыться какие-то новые возможности по мере прохождения. Но пока так. Мы отобрали ее у снайпера при захвате. Здесь мы можем покупать вооружение и патроны, и карты тоже. И продавать все, что с помощью лута, то есть обирание трупов и собирание гербария набрали. Все можно разгрузить, чтобы собирать вновь. Но не бесплатно разгрузить, а за денежку. Должны сначала потратить. Такая гадость. Ну, может, это на максимальном уровне сложности. Поэтому так. Вот ограничение $1000. Лет. Купили. Экипирована. Я не смог бы их купить. Потеряю и все.
здесь не продаются глушители. Хочу глок. Почему нет глока? Глок дайте. Может, потом его можно улучшать как-то. Ладно. Мы еще подумаем, что покупать. Вот, например. Хорошая вещь. Огнемет. Леопард никак не хотел. Я в него пару раз попал. Ну, вот видите, как интересно. Угнать с бесконечным количеством патронов. Это знак быстрого перемещения. А вот это открытые радиовышки. Благодаря их захвату становится видна территория. Туман войны исчезает. Интересно, что здесь? Здесь. Вот здесь что. Дикие места. Океан, скорее всего. Это же архипелаг.
Thank you.
груза батюр. Там тоже черно-белое все. Потом захватываешь район за районом, он приобретает цвета. Кстати, можно заодно взять эту. А ведь что такое? Страусом загубили.
или реликт. Древний артефакт. Аборигенский. На моего, на Вайсена. Ничего не сделать нормальное изображение оружия, а еще лучше крутящееся, чтобы можно было рассмотреть со всех сторон. Сделали зачем-то пол экрана. Зачем нам это отражение нужно? Глупость какая-то. Тигр сам за нами погнался и прыгнул в воду и утонул.
бы держаться поближе к воде. Там он здорово поранил. Шумишка. Другого настроения из винтовки. Ее это не впечатлило.
будет вот это вот. А это, по-моему, свинюшка. О-о. Вот это. Это можно крафтить. То, что можно крафтить, обозначено. О, это как косули. Из косули сделано. Из кожи косули. То, что можно крафтить, обозначено белым. Вот. Крафт. Открафтили. А это... Это не очень понятно. Кто. А, дикая собака Динго. Они пока не обитают. Если мы построим, то можно будет. Господи, какие штучки. Это все придется таскать герою. Тапира надо угробить. И тогда 15 стрел для лука можно будет таскать. А точнее 25, 15 обычных и 10 из 5. Почему не пишет, что это такое? Ну ладно. Так, это явно тигр. Тигр. О, и сколько еще? Надо. Надо открыть радио. Точки. Этим мы сейчас и займемся. А пока... Всем до свидания. Если открыть больше 3 радиовышек, не покупая. Такая прелесть. Может, и остальное тоже так.